С начала этого года на дорогах Магнитогорска пострадало 33 ребенка. 26 из них попали в ДТП, будучи пешеходами. Причем 12 получили ранения из-за несоблюдения правил поведения на дороге, то есть по собственной неосторожности. Показатель более чем тревожный. Улучшить ситуацию может только профилактика. Именно с такой целью для первоклассников общеобразовательной школы номер 54 сотрудники госавтоинспекции организовали акцию посвящения в пешеходы. На этот раз к себе в гости позвали ребят известные персонажи сказки Алексея Толстого. Синеволосая красавица Мальвина, храбрый Буратино и коварный кот Базилио. Все они попали в страну волшебных дорожных знаков, где встретили разметку и светофор, а также дорожную фею. Актеры старались вовсю, разыгрывали в стихах сценки из случающихся на дороге ситуаций, давали советы и на личном примере показывали, как необходимо поступать, чтобы не случилось беды. У детей появляется ответственность в результате этого, и они уже понимают, что от того, как они будут соблюдать правила дорожного движения, зависит их жизнь. Ребята с завязанными глазами помогли Буратино собрать портфель в школу, построили из воздушных шаров аллею светофоров и даже перевоспитали вредного Базилио. После этого полицейские провели с первоклассниками профилактическую беседу, посвященную правилам безопасного поведения на дорогах. Особое внимание было уделено использованию светоотражающих элементов на одежде. В завершении урока ребята торжественно зачитали посвящение первоклассников пешеходы, после чего каждый получил звание пешехода, которое, несомненно, налагает на его обладателя ряд обязанностей, главное из которых – соблюдать правила дорожного движения. Нужно идти только по пешеходному переходу, нельзя выбегать на дорогу. Когда переходишь через дорогу, даже на пешеходном переходе, нужно смотреть налево и направо. Станислав Юрин, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИ.